Воспитанники школы Алексея Черепанова останутся заниматься в прежнем помещении. Об этом заявил председатель комитета по физкультуре и спорту города Барнаула Алексей Каретников. Напомним, родители и тренеры опасались, что административное здание, в котором расположены раздевалки и хранится вся амуниция, пойдет под снос, а десятки мальчишек останутся на улице. На месте здания якобы планировали начать строительство школы. Об этом нашему корреспонденту рассказывал тренер после разговора с городскими чиновниками. Мне сказали прямым текстом: ищи место для работы, то есть ищи коробку, где ты будешь заниматься с детьми. То есть с 1 сентября ты здесь даже не имеешь права находиться. Но городские чиновники опровергли информацию, заявив, что воспитанники останутся на прежнем месте. С 1 сентября юные спортсмены по-прежнему могут пользоваться хоккейной коробкой и подсобным помещением. Это только разговоры. На сегодняшний день официальная информация. Школа готова к сезону спортивному. Она принята надзорными органами, принята комиссией. И хоккейный объект также будет работать в этом сезоне. Детей никто никуда не собирается выселять, переселять. Поэтому те дети, которые занимались на данном объекте, они будут в эту зиму там же и заниматься.